Для Самарской области Франция является одним из основных европейских торговых партнеров. Республика занимает 15-е место в общем товарообороте региона. В области успешно работает 21 предприятие с участием французского капитала. Среди них и большие автоконцерны, фирмы по продаже автозапчастей, стройматериалов и продовольственные компании. На встрече с послом Франции в России Пьером Леви губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду на расширение этого сотрудничества. На территории региона расположены особые экономические зоны, которые предполагают и особый преференциальный режим ведения бизнеса, в том числе значительные налоговые льготы, ну и льготы по таможенным режимам. Поэтому надеемся, что в дальнейшем мы будем принимать делегации бизнеса Франции, и они будут находить для себя возможности реализации проекта в Самарской области. Глава региона ожидает и расширения культурного обмена между Самарской областью и Францией. Дмитрий Азаров рассказал о том, что сейчас творческие коллективы Самарского театра оперы и балета, театра-студии «Грани», театра «Марселя» работают над совместным проектом. Планируется, что это будет целая программа с участием артистов оперы, балета, драмы и живого оркестра. Премьерный показ запланирован на май следующего года, после чего спектакли будут проходить и во Франции. Посол республики оценил открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. У Франции большой опыт по децентрализации культуры, и в рамках партнерства Самарской области с регионом Шампань-Арденны есть очень много перспектив развития. Можно также наладить более тесный контакт с Музеем современного искусства в городе Мец. Мы готовы оказывать необходимую помощь. Губернатор выразил заинтересованность в сотрудничестве в образовательной сфере. Примером положительного взаимодействия может являться формат образовательного проекта «Волга-Вуаль-Дуаз», в который могут включиться колледжи Самары. Кроме того, рестораторы и ательеры области вышли с инициативой сотрудничества в сфере высшего образования, открытия филиала Высшей школы гастрономии Института Поля Бакюза в Самаре. Пьер Леви выразил готовность оказать всю необходимую поддержку. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.